Так, ребят, я снова с вами. Наконец-то мы наблюдаем за командами Moscow Five и Selecta. Не прошло и миллиона лет. Тут у нас фаст атака по зигзагу. А зигзагом 5 отдали. Интересно. Интересная ситуация. Хаи мимо. Полностью мимо. Вот так вот вышли на плент. Сейчас будут ставить бомбу без каких-либо разменов, потерь. Без чего-либо. Ох, хек, врывается. Просто тир. Мне кажется, украинцы немножко опешили от такого пистолетного раунда. Сейчас мы быстренько пропишем барстрип. Пропишем мы селектах. Все, прописали мы селектах. Так. Простите. Мои тут немножко химичение с чатом. Хочу я видеть все-таки, что вы мне пишете. Все. Просто отдача от украинцев. Они поставили бомбу, поэтому решили купить диглы. Страйк забирает Фокса. Непонятно мне немножко где. Понятно. На длине. Врыв по зигзагу, забираю Тедика. Интересная ситуация. Ой, страйк с отобранным Фамасом. Так, Хек тут с хелпы сейчас должен что-то делать вместе с Ромой. Наверное, попытаются как-то разделиться, нет? Или не будут пытаться разделиться? Неужели отдадут диглбай? Москвичи. Ромшки, минус один. Тут Амиран. Амиран сыграл красиво. 1-1. Вот он первый тур группы С на ваших экранах. Перенесли его в самый-самый конец. И Dust 2 играется последним в этой группе. Немножко мне непонятно, почему. Почему так получилось? Кто стал виной происходящему? Из последних новостей, наверное, главная, самая интересная новость. Так, забрали Хека, нуб нас выжил. Самое, наверное, интересное из новостей, то, что неожиданно для всех Place to Play занимают первое место в группе D, обыгрывая DTS на нюке со счетом 16-14. И выходит с первого места, а ДТС со второго места. И судя по тому, что организаторы турнира приняли решение ввести, так сказать, систему жеребьевки прямо перед плей-офф, мы не знаем, кто же попадется в пару Virtus.pro в четвертьфинале. Может быть, это будут ДТС, недавние наши обидчики на World Cyber Games 2011. Я смотрю, у нас сегодня вечер загадок от Лукарио. И не только. Ну а здесь фулл эко от Moscow Five. Дали они только один минус. 3-1. Ох, промазал. 3-1, да. Селекта вырывается вперед. Селекта выиграли свои первые два матча, если не ошибаюсь. И это у нас бой за звание чемпиона группы С. Кто же попадет с первого места, кто же со второго. Ну, Place to Play, конечно, очень сильно облегчили себе задачу попадания в топ-4. Никто не ожидал, наверное, от них такой прыти в игре с DTS. Все-таки чемпионы Украины по версии ВЦГ 2011. Закупка от М5 и 2 в 2. Ситуация. Как же Хек промахнулся? Нельзя было Хеку промахиваться. И сейчас Хеку тоже нельзя было промахиваться. Ну тут Эдик.
Так, Эдик забирает. У нас нуб, это, как я понял... так, а кто у нас нуб? Это Вадик, да. Нуб это у нас Вадик. Вадос. Как часто он подписывается. Ну что, Эдуард? Ух, Эдуард, как ты... по стеночке, прям вот по таймингу вообще. Да, забирает страйка. Второй раунд. Копилку Moscow Fight. Почему так лагает звук? Не знаю. Не должно ничего лагать. Да, все должно быть чики-пуки. Чики и пуки. Так, ну с закупкой у украинцев сейчас все в порядке. Эдуард врывается в аркаду. И не перестреливает Амира. А Хек промахивается вообще с АВП и не перестреливает никого. Страйк его снимает с АВПа. Так, снимают еще Факса. Снимают Ромшки и Дося. Дося у нас 1 в 4. Михаил Столяров. Тащи, Миша. Бомба у нас под Б. Сейчас будет, наверное, встреча с призраком. Нет, встречи с призраком не будет. Доси, наверное, попробует все-таки посейвиться. И... вот она встреча. Намечается встреча. Дося перестреливает Вадика, но... все, инфа по нему есть. Дося не сотый. И Дося... я практически уверен, что Дося будет стараться сейвить. Но только еще призрака заберет. Вот так, бесстрашный Михаил Столяров. Не боится он призраков в темках. Ух, звучит страшно. В нижней темке я увидел призрака. Но не испугался, дал ему в голову с кольта. 4-2. Селекта пока ведет. Мне, пожалуйста, докладывайте, как там происходит на втором стриме, что там показывают, какой там счет, это интересно и занимательно. Такая вот интересная у нас засада, Эдик на рекламе, Роман с Досей в просвете и Фокс с Хеком, которого только что убили. Были на центре, ну все, минуснули Фокса, минуснули Хека, Досю снес ломобот, отомстил за страйка. Эдуард, ваншот. Ваншот Нака. По призраку, но его забрали все-таки. 5-2. Закупка сейчас будет. У М5 или не будет. Или фулэка. Да, еще один экраунд. Решает провести. Московская пятерка. И что же будут делать М5? Нет, решают никаких засад не делать, все стабильненько, все... все по дефолту. Роман с Фоксом у нас на Б. Вот сейчас там будет встреча. Вот так встреча. Так, Фокс, размен. Рома, 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 Рома! Эх, Рома. Ну, Хек пришел на помощь. Хек жмет. Попал он в призрака чуть-чуть. Чуть-чуточку попал, 6-2. Да, если Селекта сейчас обыграет Moscow Fight на втором дасте, то это будет вообще эпично. Virtus.pro могут встретиться не только с ДТС в четвертьфинале, но еще и с Moscow Fight. Вот это уже будет интересно. Все, full buy. От московской команды Хек аркадит. Хек аркадит и... да, аркадится ли Хек? Ну, сейчас будет встреча. Встреча. Встреча на Эльбе. Александр Запков промахивает. Попадает! С третьей попытки призрак. Что это за зажим? Объясни мне. В этот момент Вадик там разбирается с Ромой. УБ. Еще и Досю забирает.
Так, это у нас кто? Это у нас Фокс, по-моему. Да, Фокс. Забирает Амирана 3 в 3. Разрозненно все игроки террористов. Вадик выходит на Б. Страйк под зигзагом стоит. И ломобот в банке. Фокс забирает Вадоса. И, ну что, сейчас, наверное, будет больше смотреть за Тёмкой. А в Тёмке-то никого. Ну и все, пошли. Пошли страйк с ломоботом. В атаку. Ломобот отлично забирает Эдика. Хек. Непростительная ошибка от Хека. Нельзя было промахиваться Хеку. Не, ну честно, сейчас вот М5 отдали раунд сами. Сами. Ой, Фокс, отлично. И сейчас Фокс может. Фокс! Диффузы есть, успеет. Сергей Столяров, ах ты умничка. Вытаскивает раунд для Moscow Five. Да, красивый раунд был в исполнении Сергея Столярова. Ох, ломобот перестреливает Хека. А вот нечего так ходить. Все справедливо. Пум, звук попадания в каску. Красивый поджим в исполнении Moscow Five. Вот так вот в два человека они стоят. Так, забирают Эдика. Роман Макаров. Взрывает еще Вадика, но его забирает Вадик. Так вот гранатами обменялись. Да, размен, пишет Вадик. Весело, смешно, ребятам. Так, Фокс. Фокс крадется. Как лис. И вот так вот одновременно забирают. 7-3. Так, сколько у нас зрителей? Почти 1000 человек. Всех приветствую еще раз. На Asus Battle of the Year. Отдача от Moscow Five, и как-то 3 раунда совсем маловато. Пока что. Но... еще не вечер. Еще только без 15.08. В Москве Роман отлично забирает у нас Вадика в Тёмке. В этот раз никаких разменов. Один калаш есть и... Ломобот снимает Хека с респа. Так, еще замечает он Романа. Ой, отлично, попадает промо. 8-3. Драмер, какое радио включал? Я никакого радио не включал, ставил музыку исключительно из своих музыкальных предпочтений и знаний. 8-3. Селекта выигрывает у Moscow Five на втором дасте. Не стоит забывать, конечно, что Moscow Five играет за слабую сторону, но... не такая уж она и слабая, все-таки не Train, где 8-3 счет был бы неплохой. М5 играет... с одним эко-раундом всегда. Ой, с двумя эко-раундами. Две отдачи, один раунд. Две отдачи, один раунд. Ну, потому что играют с большим количеством АВП. Не хотят они делать полубаев-то. Итак, без потерь. 9-3. Так, ну все, последние 3 раунда надо брать. Давайте, ребят, собрались. Все-таки бронза в ЦГ это вам не шутки. От Мишутки. Давайте.
Покажите скилл. Кекс, Доси, под длиной. Эдик у нас на прострел. Зигзага сидит. Роман на центре где-то. Ой-ой-ой, тут Амиран вышел. Роман. Все, Роман заметил. Заметил Амирана. Все. Минус Ами. 4 в 5. И атака идет под зигзаг. Я просто Ванга. Нет, не под зигзаг. Пойдут добивать раненого Рому. Так, Роман, минус 2, отлично. Отрезают защиту. Украинцы пытаются разрезать те, кто сидит на Б, те, кто сидит на А. И у них это, в принципе, получается. Фокс. Отличный головашот ставит. Просто в слету там, по страйку. Фокс выбил страйк. Но вот сейчас, конечно, нельзя было промахнуть Ломоботу. Ну, Ломобот тоже слегонца так закидывает якорьков. И Хек в спину забирает. Четвертый раунд. Копилка Moscow 5. Ребят, при условиях того, что будет... Ой, Эдик снимает ломобот. При условии того, что у нас будет жеребьевка после группового этапа... Сейчас должен Фокс выстрелить в ломобота. Зачем же ты ушел? При условии того, что будет жеребьевка после группового этапа, никому не выгодно выходить со второго места. Никому. Опять Дося 1 в 4. Ой, Дося. Не пошел спрей. У Михаила Столярова 10-4. Да и знаете, Moscow 5 это не та команда, которая будет подстраиваться под кого-то, что-то там проигрывать кому-то, чтобы выйти со второго места, чтобы попасть на кого-то. Не, это все ерунда. Нанук, это очень-очень прохладная история от тебя сейчас. Зря ты так палишься. Так, 4 в 3. Хек забрал АВП. Разменяли Романа на Вадика. Но все-таки Дигл... На калаш это хороший размен. Фокс простреливает страйка и 2 в 1. Только вот ломобот у нас в банке. И об этом никто не знает. Удивительная надпись для братьев Столяровых. Как так? Как же так получилось? Да, Дося не отпускает ломобота. Прижал он его первой же пулей и все. Собственно, отдает брату возможность диффуза. 10-5. Переход сторон, в принципе, не так все плохо. Не так все печально. Так, команды, вышедшие со второго места, не встретятся. Ну, и что дальше? Я просто не вижу логики в ваших словах.
Ребят, никому не выгодно это все. Почему? Почему это не выгодно никому? Потому что команды, вышедшие с первых мест в группе, встретятся с первыми местами по-любому. Только в полуфиналах, а не в четвертьфиналах. А может так получиться, что Moscow Five займет второе место в группе, да? Ну и ДТС там занимает второе место в группе. Они в четвертьфинале друг с другом не встретятся, но в полуфинале они встретятся друг с другом. И это будет очень печально для них обоих. А до этого они еще могут встретиться с Place to Play и Virtus.pro, например. Вот я не пожелаю, как бы, никакой команде, там, Moscow Five, например. Moscow Five вообще едут за победой, я уверен. И мы вообще смотрим пистолетку. Тут прием от украинцев неплохой. Досит, правда, просто сносит. Сносит Амирана, 2 в 2. Интересная ситуация сейчас. Хек, отлично. Ну все, инфа должна быть, что последний сидит в яме. Все, есть инфа. Ставьте бомбу. Ребята, зачем вы стреляетесь? Ну или вообще проще, да, взяли, ушли на Б. Да, умно, умно сыграли. Moscow Five 10-6. Роман Макаров. У Романа Макарова в руках МП5. Это интересно. Сейчас за ним посмотрим, что же он будет делать. В народе именуемая пушка морковка. Сейчас будет поливать. Ну как-то пока не очень поливает. Гранаткой-то да, получше, Ром. Согласись. Все, остался один призрак, и призрака тоже отправили. 10-7. У нас 1100 человек на стриме. Всех приветствую еще раз. После этой игры будем наблюдать четвертьфинал. Virtus.pro против непонятно кого пока. Нанук тут все... Нанук, ты веришь, наверное, в масонов, во всемирный заговор и так далее. У тебя все кого-то пытаются обмануть, все кто-то пытается найти чего-то выгоду. Не верь им всем. Это все вранье. Все играют исключительно на победу. Всегда. Ну, не всегда, практически всегда. Где у нас последний призрак? Последний призрак у нас... О, вот он где. Не смог забрать Досю. 10-8. Ребят, ну у всех не может лагать, потому что у вас 1100 человек. Если бы у всей 1100 человек лагало, то сейчас чат просто взорвался. Фокс отомстил Ломоботу за вот похожие ситуации в первой половине. Просто начало раунда и... Ой, Амиран. Ой, Дося еще собирает Амирана. Ну, отлично, начало раунда. Рома, правда, не забил. Не забрил. Страйком. Хек тут попрыгунчик. Ну все, остался последний Вадик. Под ником Нуб. И сейчас будет пытаться тащить 1 в 4. Мне бы очень хотелось, чтобы Moscow Five вышли на Place to Play. Но такого не получится. По крайней мере, в четвертьфинале, но в полуфинале я бы очень хотел этого. Десять девять. Вплотную подобрались москвичи к украинской команде. И экраунд у селекты. Экраунд с отыгрыванием от АВП засейвленного. Все, нету больше АВП. О, это не экраунд, это болевой бай.
Вот следующий бай уже будет... уже не будет. Следующий раунд будет по-любому. Эко... вообще задымили все просто. В просвете ничего не видно. Тут уже Эдик снизу заходит. Забирают двоих. Ух. Опять последний Вадик остался. Да, собрали Вадика, правда, он хека успел. Утащить за собой 10-10. Модельки. Модельки я скидывал, ищите в чате, ссылочка там должна быть. Залил я модельки на RG-хост. Так, ну что, инфа прошла, там кто-то в нижнюю темочку забежал. Нет, инфа не прошла, зачем ее чекать? Кто-то чекает. Нет, все-таки чекает. Ну, Мобот забрал Досю, Досю... за Досю отомстили. 4 в 3. Ой, опять закупка. Откуда у них деньги? Почему им 5 постоянно делали экраунды, а Селекта откуда-то находит деньги? Это подозрительно. Призрак забирает Рому. Должны дожать. 3 в 2. Так вот, внезапно. Так, да, Хек все-таки находит. Находит призрака. Дося удивлен. Как же так с дигла-то залетает? Все, инфа по последнему страйку есть. Проскочили, бомбу поставили, задымили. Хае прям в ноги нет. Немножко не в ноги. Немножко не прямо. Фокс попал, Фокс добил. Как вот морской бой играли когда-нибудь? Попал. Попал. Убил. 11-10, М5 выходит вперед. Зеленый экран. Зеленый экран — это у вас что-то с проигрывателем. Попробуйте, нажмите правой кнопочкой на него в свойства, отключите аппаратное ускорение, обновите флеш-плеер и поставьте человеческий браузер. Не Internet Explorer, там, не Mozilla, потому что Mozilla очень плохо работает с стримами. Дося так проскочил. Эх, жалко, не забрал страйка. Сейчас бы, если бы забрал, он даже в него не попал. Это, конечно, удивительно. У Доси что-то с компьютером, по-моему, случилось. Не идет. У Михаила Столярова игра. Фокс в дым видит лучше, чем Ломобот. Но лучше всех видит Амиран. Нет, все-таки лучше всех видит Фокс. Все правильно. Звание лучшего... самого зрячего игрока достается Сергею Столярову. Зажатый страйк с Вадиком у себя на респе. Бомбу поставили под Б-плант и все. И, собственно... О, Фокс хитер, бобер. Вот это уже интересно. Вадик забирает Фокса. Ну, Рома не дрогнул. 12-10. Немезис тут нам сообщает в чате. Четвертьфиналы. Это очень интересно. Интересная информация, потому что по моей информации официальной, жеребьевка должна начаться, как только закончатся все групповые игры. Так что, ладно, хорошо, поверим Немезису пока. Но Немезис утверждает, что проигравшие этой пары выходят на Virtus.pro. Так что мы втройне начинаем болеть на Moscow 5. Которые уверенно сейчас возьмут, наверное, 13-й раунд. Да, забирает страйка в просвете. Оп-оп, а тут как-то внезапно так толпа. Ребят на длине, там, по-моему, ломовод. Нет, это призрак. Да, с дигла, конечно, с такого расстояния попасть, это надо быть везучим. Проще выиграть джекпот в Лас-Вегасе, чем попасть...
сдегла из ямы человека на гусе. 13-10. ВП первое место в группе, да, и поэтому они будут играть с проигравшей командой в этой встрече. Кто проиграет, тот встретится с Virtus.pro. Прошили Вадика сейчас с ВП. Неплохой бонус в начале раунда для атакующей стороны. Роман Макаров делает минус, по-моему, на зигзаге, да. 14 хп осталось, но здесь Вадик. Вадик под флешечку еще Эдик забирает. 4 в 3. Это еще не конец. Сейчас Александр должен божить. Да, и все, последний у нас Фокс остается 1 в 3 и забирает его. Я как-то потерял нить раунда. Где кто? 13-11. Moscow Five впереди. И в принципе все флаги у них в руках, чтобы выиграть эту карту. Очень-очень сильно надеюсь на это. Как может первое место играть с первым? Так, я еще раз повторюсь. Проигравший этой игры будет играть с Virtus.pro. Я могу еще раз повторить. Почему вы не прислушиваетесь, не слушаете меня? Кто займет второе место в этой группе, тот и будет играть. Но просто я не знаю, откуда эта информация. Не проверял пока. Перед этой игрой я прочитал сообщение от Димона, который сказал, что после того, как закончатся все игры в групповых турах, пройдет жеребьевка в плей-офф. И там уже будет выяснено, кто с кем будет играть. Там будут какие-то монетки, какая-то лотерея, не знаю, будут тянуть бочонки из мешка для лото. Но, собственно, какой-то жеребьевкой будут определены пары. 14-11. Так. Давай шапку. Да не надо шапку еще. Шапка будет, когда будет опасность. Опять страйка прошивает СВП. Страйка уже второй раз прошили. Вадика прошили один раз. Так, ну что, тут полубай от селекты. 15 раунд уже, можно сказать, в кармане. Для москвичей. И все будет скоро решено. Да. Роман с Фоксом 15-11. Вот как хорошо все-таки атаковали украинцы, и как плохо они защищаются. Ну, либо это Moscow Five такие прям оферы. То бишь, атакующие игроки. Ну да, по стилю игры, конечно, Moscow Five больше, ближе, наверное, игра от атаки, чем от защиты. Один Александр Запков чего стоит, ему бы лишь бы в аркадку-то сбегать. Но первые два фрага за Амираном Ломоботом, уже 3 в 5 ситуация. Такая вот ситуевина, не очень хорошая. Тут взаимный обмен гранатами, любезными гранатами. Эдик! Как вышел, просто... Так, Фокс, отлично. Эх, попал бы сейчас. Был вообще... О, в ногу. Как он живет? Вот почему он еще жив? Он прозрачный, что ли? Я не понимаю. В него ссадили 3 человека. Так, и 1 в 1. Фокс! Да, Фокс хорош. Фокс против селекты, 16-11. Ну что, Нануш, ты как бы сейчас это скушал там, наверное, чего-нибудь, да? Это я на тему того, что М5 специально сливают игру, они хотят выйти со второго места. Ну, в общем, ладно.